Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшняя рубрика дня – это iSpeak. Методика iSpeak. Что это значит? По этой методике мы будем изучать с вами английский. То, как у нас проходит сейчас изучение на всех курсах, то есть это онлайн-курсы, это офлайн-курсы, это мастер-классы, это вебинары, это марафоны. То есть все это мы делаем с помощью методики iSpeak. Методика эта предназначена для того, чтобы вы разговорились. Почему? Потому что обычно, чаще всего, знаете, когда проходит урок, то ведет его учитель и говорит в основном учитель. А мне нужно, чтобы вы говорили самостоятельно. Но, конечно же, не без моего участия. Почему? Потому что данная методика, она предполагает полноценную имитацию вот за словами учителя. Вам не нужно сильно много думать, вам не нужно включаться и думать о правилах. Мы не будем даже говорить, какую тему мы отрабатываем сейчас. Вы просто будете говорить. Каким образом? Прежде всего, вам нужно держать в голове слово «имитация». Очень-очень важно. Почему? Потому что иногда мы стараемся выдумать какие-то правила, стараемся вспомнить то, что мы учили в школе. Забудьте это все. Все, что вам нужно, это имитировать мою речь. Поэтому это все мы можем делать с вами вот так вот онлайн, с помощью YouTube-канала и с помощью начала урока на YouTube-канале. Поэтому вы попробуйте, как это сейчас работает. Надеюсь, вам понравится, и вы увидите в этом эффективность. Итак, давайте приступим. Я расскажу вкратце вот буквально самые основные моменты, которые вам нужно использовать во время общения нашего с вами. Сейчас, пожалуйста, первый пункт, который я назову, это уединитесь. Будьте сами в комнате, закройте все двери, чтобы вам никто не мешал, чтобы с вас там никто не смеялся, чтобы вы не переживали, что о вас подумают другие. Почему? Потому что в реальной жизни нам нужно проводить эти уроки вживую, то есть нам нужно проводить их в кафе, там, где все вокруг шумят, отвлекают. Но сейчас у вас есть такая привилегия заниматься с помощью YouTube-канала, и вы можете потренироваться самостоятельно, тихонько, так, чтобы вас никто не отвлекал. И в этом есть свой плюс. Вы можете расслабиться и со временем понять, что вы запоминаете, что вы говорите и что вы произносите. Очень важно, чтобы во время того, как я буду говорить, вы говорили вместе со мной или отвечали на вопросы вместе со мной. И действительно произносили все звуки, все буквы. Таким образом, когда вы произносите фразы за мной правильно, они записываются у вас на подкорочке. И затем, когда вы попадаете в англоязычную среду, вы просто начинаете спонтанно отвечать на вопросы людей. Вы, оказывается, их понимаете. Вот проверьте просто, когда поедете за границу, когда поедете в отпуск. Просто проверьте, насколько вам легче станет понимать людей, потому что вы будете слышать меня, слышать мой вопрос и слышать то, что нужно ответить, потому что в вопросе всегда есть ответ. Это основное правило нашей методики. Мы не выдумываем с головы, мы берем вопрос, из него делаем ответ. Основные две задачи, которые перед вами стоят, это понять вопрос. Конечно, это не самая простая задача, но у вас все получится. Перед тем, как задавать вопросы, я буду прорабатывать некоторые слова, буду подсказывать вам, как их переводить. И в основном, интуитивно, даже без перевода вопроса, вы будете понимать, что я хочу спросить. И интуитивно вы будете отвечать. И это то, что нам нужно. Это то, как учатся детки. Они не учат грамматику, они не учат слова отдельно, они все смотрят на реакцию, то есть они смотрят на жесты, на мимику, на настроение родителя, например, да, и они понимают, что-то они говорят хорошее или что-то они не очень там хвалят детей, да. Поэтому все это будет происходить довольно интуитивно. Итак, давайте потренируемся вместе с вами, и сегодня у нас первое занятие. Будет оно довольно простое. Мы выучим с вами несколько слов и несколько конструкций. Ваша задача будет, услышав вопрос, начинать давать ответ. Я даю вам 2 секунды на то, чтобы вы начали давать ответ, и затем я проговариваю ответ. И прошу вас, и жду, пока вы проговорите его за мной. Хорошо? Попробуем? Попробуем. Итак, начнем. So, lesson 1. First word. Первое слово, first word, is computer. Computer, you know, computer. Компьютер, понятно, да? The next, printer, 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 computer, printer. Okay,
Пробуйте запоминать, не визуализируйте, не смотрите по сторонам, не ждите картинки. Просто записывайте computer, printer и повторяем. Printer, computer, desk, desk. What is desk? Desk, парта, стол. Desk. The next. Computer, printer, desk. Computer, printer, desk. Clock, clock. What is clock? Clock. Повторяем. Clock. Desk. Парта, стол. Clock. Clock. Настенные часы. Настенные часы. Clock. Okay. Pencil. Pencil. Карандаш. Возможно, уже знаете все эти слова. Computer, printer, desk. Clock. Pencil. Okay. Pen. Pen. It's easy. Ручка. Pen. Okay. And book. Book. What is book? It's книга. Молодцы. Я думаю, вы знаете все эти слова. И еще будут некоторые словечки встречаться. Это a. A. Один, что-то одно. A book. Одна книга. A book. A. What's? What's? Что это? Что? Что? What's? What is? What is? What's? Что? What's this? What's this? Что это? What's this? Что это? Окей. И ответ будет it's a. It's a. Это что-то одно. It's a book. It's a book. What's this? It's a book. Окей. What's this? It's a book. What's this? What's this? It's a pencil. It's a pencil. What's this? What's this? It's a pen. It's a pen. Okay. What's this? It's a book. So, what's this? What's this? It's a printer. What's this? What's this? It's a computer. What's this? What's this? It's a chair. It's a chair. What's this? What's this? It's a desk. It's a desk. Okay, so now show me, show me, show, show. Show me, покажи мне, show me a computer. Посмотрите вокруг, покажите компьютер. Show me a computer. И скажите, это компьютер. It's a computer. It's a computer. Show me a printer. Show me a printer. Покажите мне принтер. It's a printer. Покажите. И скажите. It's a printer. Okay. Show me a desk. Show me a desk. It's a desk. It's a desk. Show me a pen. Show me a pen. Покажите мне ручку. Показываем и говорим. It's a pen. It's a pen. Show me a pencil. Show me a pencil. It's a pencil. It's a pencil. Show me a book. Show me a book. Покажите мне книгу. It's a book. Вот. It's a book. Молодцы. Вот так вот легко изучаются некоторые слова. Поэтому дальше смотрим видео и изучаем все слова по урочку. Тоже последовательно и очень легко. Всего хорошего и до новых встреч!